Кстати, а почему раньше так было, когда надеваешь этот, пластины, то не увеличится пуленепробиваемость? Не артефакты, не пластины, которые ты одеваешь на себя, они не влияют на отображаемость. Нифига. Да-да, не морожу, тем более. Слушай, иди похлеще монолит-то. Реакция пиздец. Ну. Не артефакты, не пластины, которые ты одеваешь на себя, они не влияют. Не артефакты, не пластины, которые ты одеваешь на себя, они не влияют на отображение. На ногу кто идти, оттуда салат стрелять их. Мадискин клипчик только что записался, как мы обсуждаем пластины. Это выглядит так, как будто он поворачивает своего персонажа тут жопой, и я ее эту жопу увидел, пугался и такой. Я ценил. Так. Видишь кого-нибудь еще? А бинокль видит? Как говорится, контент обнаружен. Ага. Опа, прям в башню. Обновлено, отлично. Есть. С той стороны, чувак. Музыка танится. Он ящики не носит. Ты уже давно побежал. Это мы проиграли. Думаешь? Тоже был чувак с собаканом. У них не было шансов. Ну, у них там тогда еще слянь был спас и куча
Это бизона. У бизона целых 64 патрона. Это ОП. Ну да. Совсем охренели. Читаешь? Да, да, да. Вообще, что слишком долго живу? Не-не-не, нормально. Чекпоинт делать, когда на базу вернешься. Я, короче, ходил туда специально, чтобы отдать инструменты этому чуваку. Вот к нему стоит и калибровки отдать, потому что он очень дешевый будет потом. Сука. Убей. Убей, убей. Двадцать патронов. Вот, так вот. Чем выше у тебя будет ранг, тем жестче тебе мобов будет под ноги спамить при переходах. Поэтому делай чекпоинты. Я говорю, это нечестный говно. Бля. Все, ну вот. Ближе к ним. Красавчик. Игра такая самоподобная. Действительно, что-то Серега долго живет. На, просто норка, ставь собак. Кто там дальше? Контролер на химере. Блин, этот, изи разъебу, если сейчас спавнится. Сложнее будет, если спавнится что-нибудь другое. Вторая волна. Сталкер дефенс. Жестче всего будет, если спавнится там, допустим, две химеры. Вот тогда я хреново знает, кто выиграет. Я или они. Я говорю, так вот делаешь переход, а она спавнится прям в упор к тебе. Не даже прыгать, она тебе цап, и ты упал. Цап, и ты упал. Да. Ну, бля, мужики лежат, отдыхают. Ой, ек. Достойная награда после достойного сражения. Ты некий чек не вдруг обновились. Блин, так жестко не было даже на этих, на свалке.
Вот классно прислал, мне нравится, что видно все вокруг цели. Понял? Мужик такой, я подоспел, когда нахуй не нужен. Так, что у нас с тайниками? Тут что? А, спальный мешок отдать. Это да. Мужики, еле-еле пробился. Ну, держи. И тебе? А, вот. Игра обманулась. Не боись, мужик, с тобой там. Я, кстати, показывал, как инструмент для Калиборфина выбивать. Сейчас, если у него будет для тонкой работы, я покажу, как для Калиборфи выбить. Ты сколько? 83. 83. Повреждение огромное. Повреждение в ноль, да, я точно Так, Виталь, оцени от 1 до 10. Честно, Дима, вообще в курсе, что у меня микрофон вырублен? У меня не вырублен микрофон. Я это сделал. Идите нахуй. Подожди. А-а-а! А-а-а! Сейчас, покажу. Так, блядь, это не я вырубил. Это, блядь, когда я воткнул, блядь, ебучий этот... геймпад оно вырубило. Сука, блядь, ебать, возврат, блядь, сижу, блядь, час говорю, нахуй, никто не слышит. А так спокойно было, целый час слышу. Я, блядь, думаю, ну нихуя себе, блядь, ну может не слышит, может сталкер, а может быть, это самое. Потом я думаю, ладно, уже услышали, когда я типа скинул клип, я думал, что отреагировал еще на то, что я говорил. Вроде как мне отвечал, главное, на то, что я говорил. Когда ты там говорил, о, блядь. Я тебя ментально слышал.
Потом думаю, ну ладно, хватит его троллить, скажем, что микрофон не работает. Просто геймпад я подключился, он переключил на микрофон в геймпаде, а геймпадский микрофон у меня выключен. А Дискорд его передвинул почему-то. Почему-то. Нормально. Да короче, я говорю о цене от 1 до 10. Мое произведение. Да нет, жопку понятно. Нет, я имею в виду итоговую версию. А можно ей прицепить большие розовые уши? А, ну, зайди на стрим, сейчас посмотрим. Там, в принципе, там очень много чего можно сделать. Заходи, покажу. Заходи, покажу. Вот это, по-моему, лучшая реклама стрима, которую я тебя слышал все время. Ты зашел? Да. Вот что ей можно насадить. Все вопросы к главному. Не, не такие ушки, кроличьи, огромные. Ну сейчас, вот. Ну вот неко ушки. Вот неко ушки есть. Нет. Так, сейна их цеплю. Хоть они и фейковые. Может на линии рога. Да. А вот эти типа, это типа не фейковые, насколько я понимаю. Это типа как будто... С этой прической не очень. Да? А мне нравится такая. Не, ушки с прической. А, ушки, да, ушки. Плохо видно. Сейчас, подожди, давай, ушки. Эх, надо, нету. Сейчас, подожди. Оно, блин, со всеми плохо видно. Ну, с короткими нормально. Ну, бля, я не люблю, не. Лыша есть. Посмотрим анатомию нека девочек. Ну, только у нее обычные уши все есть, так что все еще фейковые, нет, лысые нет. Нет, это правильная анатомия. У правильных нека должны быть обычные человеческие и нека уши. Нет, только нека. Да, нет, и те должны быть. Чтобы это не выглядело стрёмно. Ну, хз, нет. Я не согласен с вами. Че еще есть? Фантики, перышки. О! О! Сказка ж, блядь! Сказка! Ёбаный рот! Шикарно. А можно его покрасить? Да, конечно. Какие цвета. Можно сделать светящийся хвост. Офигенно. Офигенно. И он же будет дрыгаться, когда ты будешь делать прыгать. Конечно, конечно. Офигенно. Оставляй топчик. Нет, ну я не хочу только светящийся. Это просто светящийся топчик. Был бы, конечно, форма, как вожжущий, знаешь, типа с кубского сердечка. Я согласен, но, бля, какой цвет? Просто черный, может. Пожёстче. Голубой. Голубой? Хуй знает. Пожёстче, интересно, как будет. Под волосы, смотри, подходит. Короче, у неё волосы, типа, белые. Ну, белый тогда и стас, нормально. Только медвежий, такой, ну, светлый. Там где-то вот есть Cold Grey. Блять. Блять, инверсия почему-то сделана, когда ты в этом геймпада. Выбрали. О. Ну как-то так пойдет, я думаю. Так, а ушки будем ставить? Да нет, нахер. Чё, нормально, голос с ушками. Только надо большие, потому что маленькие не видно. Маленькие вот не видно, большие видно. Эх, не те-то ушки. Какие лучше, большие или маленькие? Ну да, на случай большие. Так, а ушки тоже можно настраивать по цвету. Три колора, нормально. Они могут светиться? Да, наверное, сейчас посмотрим. Да. Шикарно. Вот розовый, который светится, вообще шикарно. Да не. Знаю. Да, прическа мне дали. Ну сейчас, короче, сейчас мы что-нибудь придумаем. Здорово.
Какие лучше, белые или светло-голубые? Белые. Ну где же ушки? Где же ваши ушки? Это внутренность. Окей, оставим как было. А это что? А, это типа ремешок, но его не видно под этими. Под волосами. Там внутренности, так понимаю, можно еще покрасить. Внутренности? Ну так нормально, типа, я думаю. А, ну черная химия. Ну ща. Так ничего. В принципе. О, вот это, блядь, классическая прическа у Нека в аниме. Да? Ну я аниме с Нека не очень знаком. Мне нравится вот это слева снизу, где, когда волосы двумя прядями перед тобой свисают. Не так. Ровно вот так, блядь. Косички жопа, а если прямые, то нормально. Глаза закрыты. О, прикольно. Ну, не по мне. Просто вот эта вот длиннючая коса, она будет, ну, как бы, повторять твои движения, это прикольно. Только, блядь, здесь немножко плохая анимация длинных всяких плащей и так далее. Она немножко дырявая. Типа, ну, плохая физика. Это где? Чай парим. Вот тут просвечивает это вот это, поэтому это плохо. Может такую? Если из коротких. Либо такую, либо оставляем, какая была. Как тебе больше? Ну вот это, которая у меня изначально была. В принципе, она нормально, мне кажется, пойдет. В ней не видно ремешка. Все, оставляем вот так, короче. Внутренность ушей покрасить. Подожди. Выберите сложность, да? Что? Подожди. Может так? Чишо, как тебе? Я не люблю черные тона. Не любишь гяру? Нет, именно или коричневый, но не такой серый. Да, мне вот. Или пепельный, как его называют. Пепельный — это сероватый, наоборот. Типа, ну это... вот, лучше какой-то коричневый, как будто загар. Как будто. Ну, у тебя сливается с этим... С глазом. Как эта хуйня называется? Вчера обсуждали только. Я уже забыл. Ка-ка-ка. А что у него написано? Вот что это, типа, который хуйню, который я нацепил? Что там написано? Знаешь? Мужчина, лежащий в грязи. Или пьяный самурай. Ну, неплохо пойдет. Надо поменять цвет. Типа... Ну, ладно, я могу перевести, если это интересно. Ну, давай, если можешь. По-моему, это всё-таки китайское. Ну, я попробую в японском словаре, если не найду, то пусть. Подходи, сталкер. Ты играй японское? Да, закрывай, я уже посмотрю. Так, блядь, закрывай, я думаю, какой цвет. В смысле? А что, будем делать её, этой, гяру или нет? Мне не нравится. Гяру нравится? Не. А что вы там такое играете? А, я в редактор персонажа в Кодвена играю. Лучший редактор персонажей в истории игровой индустрии. Кодвена, Баш? Да. Вампиры нравятся? Неко-вампир? Нету конкретно такого, но ближайшее похожее — это талант, гений, интеллект. Что-что? Говорю, ближайшие похожие его варианты этого иероглифа — это талант, дарование, интеллект, здорово, находчивость. Слушай, это, блядь, даже ничего... Блядь, ебать, серый. О, заебись. Коты же бывают серыми, правильно? Блядь, вот. О, отлично, блин, заебись. Рыжие самые крутые. Трехцветные топчик. Все, отлично. Тоже топчик. Какие трехцветные? А, коты. Да.
Кстати, Дима, ты знал, что трехцветными могут быть только кошки? Чё? Ну, в смысле, самки. Почему? Вот потому. Понял. Кошачья генетика. Мне нравится все. Мне нравится и дебют. А, подожди, я что хотел. Мне нужны... Вот. Мне же выкручено... Подожди. Внутренность ушей. Сейчас, нет, мне нужно это. У меня же вот выкручено, чтобы их не было. А, кого? Это типа... А, это типа удлинители. Нужны ли мне удлинители? Нужны красивее с ними. Я согласен, жирные, да, но... пышные ресницы сюда добавляют ресницы. Нет, я согласен, мне типа что их надо по цвету поменять, ты видишь, они, блядь, белые. Чёрные, почему? Да. Ну вот. Нет, так я не понимаю просто, что... Это айлайнер, это липстик. Подожди, а они только белые могут быть, бля, хуёво. Подожди, а вот. Да нет, это всё какое-то говно. Короче, всё. Что-то здесь недоработочка. А с ними лучше, но... А если поменять вот этот второй цвет? Там, может, подписано одно, а меняет реальный цвет. Ну, а можешь попробуй у них яркость убавить? Что там за... Это не их, это яркость, ну, краски. Типа... Ну, сделай её, сбавь в ноль. Она станет чёрным, нет? Подожди. А, это брови. Дорого. Стой, а что? Вот это не оно сейчас? Ну-ка. Это интенсивность бика. Да вроде тоже, да, да. Блядь. Ну ладно. Так, что мы хотели? А, ушки. Ну где же ушки? Если ну чёрный. Где же ваши ушки? Давай, как, а какой? О, голубенький вообще топчик, как окончание волос. А, как окончание волос сейчас? Это азур был. Где он? Вот. Думаешь, так о, нормально? Шикарно вообще, слушай. Окей. Всё? Жаль, что вот жаль, что маску нельзя перекрасить еще. Маска, маску нельзя. Можно сейчас. А? Скриншот. COVID-2020. Ну так, блять, эта игра предсказывала все. Вот он, этот Серега, сталкер с мечом. Сейф, и ушками. Обычно тоже оставим. Окей, все. Это кастомизация. Просто сначала начинать или делать New Game Plus? G Plus делать. Давай плюс, ты уже проходил уже. Ну да, ща. Ща, я только в туалет схожу. И поехали. Держи 5, братишка. Подымим? Или ты за традиционный расслабон? Блин, меня кто-то видит, мне это не нравится. Сейчас 18. Кто это такие? Вовсе 15. Я, кстати, тебе... Есть... На крыше есть что-то. Виталий, я тебе еще одну вещь покажу.
А. Угу. Кстати, ушки, наверное, надо сделать не светящимися, а просто белыми. Не, топчик светящийся. Да? Может, это и хвост светящийся белый? А так можно? Можно. Охуеть. А, хвост. Ну ты про хвост прически. А, нет, хвост прически, по-моему, нельзя. Нет, нельзя, оно не даст. Подожди, вот что я хотел тебе показать. Короче, смотри, какая тут есть одежда, добавили. О. Это полотенце, да? Да. Ванное полотенце. А можно я повернуть камеру чуть ниже? А, в полотенце? Да. Да. Бать. А, она еще... Ну, это... Шикарно, слушай. Максимум, чего я тебе могу... Но она не даст. Это не автоматы, это в автомате она камеру отталкивала. Я понимаю, что она не даст. Это в автомате она давала и камеру отталкивала, если ты умудрялся. Там было сложно, надо было долго... Пытаться? Так, я помню это. Блять, здесь оно сбило еще. Болт. А, можно, так, посмотреть, можно посмотреть при разном освещении, типа. Вот видишь, хвост не светится, и параша. Ну так, мы давай сделаем хвост, чтобы светился. Так я тебе сразу говорю. А, я что-то морозился, ща. Только не чисто белый, может, сероватый каким-то. Ну... Есть такой, во, вот этот, с правой, который. Вот этот? Правей. Самый правый, ага, вот. Нормально. Вот этот, он, да? Он такой, самый похожий на уши. Так это и есть такой же, как на ушах. Более того. А, ну вот. Тут, типа, пресеты одинаковые, ну... Выбор ограничен. Тем более. Ну, типа, выбор большой, но он ограничен. Так, тогда уверайдем этот. А глаза можно сделать так, чтобы еще зрачки светились? А, глаза сейчас будет давать раз. Глаза нет, нельзя. Но нет, не сейчас... Щас... Нет, 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 нет. Но... Виталь, шо... ты видишь? 100 тысяч? Это что? За бар? Это охренеть. Нет. Разве что сделать кучу, типа, хайлайт. Блик, не, 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 блик не сделать. Блять, блик виде... Ёб твою мать, какой... Всё, здесь, топчик, топчик. Не, боже, 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 упаси. Просто уголочек и всё. А чё, розовым цветом? Что? Чё? Розовые сердечки вместо зрачка, топчик. Топчик, не. Да, розовые сердечки, это топчик. А тут, видишь, типа, можно глаза менять сейчас, смотри. Я уже на белом покажу лучше. О, это что такое, как у пчел, да, такие сеточек? Короче, сейчас дай само зеркало. Покажешь, все подряд покажешь? Да, да, да. Ну это обычные, это будет мне понятно, знаешь ли. Да, я на глаз тебе прям наведу все. Я у тебя сетчатый хочу глянуть, типа как у пчел, знаешь? Ну сейчас дойдем. Такой раздробленный. О, прикольно. Чувак, иди вы лучше с главным пообщайся. Есть узкие. Это слушай, чисто, это ж кошечка. Надо ставить узкие. Там узкий, узость еще по-другому сейчас можно регулировать, ну да. Жабка. Вот, но оно как-то ну так. Ну так. Там надо делать, чтобы больше... Рой какой-то. Насекомые, реально. Так, давай узкие зрачки. Кошачьи. Вот, вот. Тут типа все вместе, вот. А зрачки... Нет, ну сейчас... не глаз, один зрачок. Я понял. Не, ну правый мы оставим так, потому что он типа такой разломанный, это специально я делаю. А этот... Вот так. Какой еще? А там есть место шрамов, царапины? Подожди, подожди, сейчас мы разобьемся совсем. Так, такой, или так, да. Лучше как? Чёр, с черным, да? С черной центровинкой лучше. А черный можно поменять на другой цвет? Сейчас посмотрим. Обалдеть! Слушай, Лень, до 50 он. Ну, центральный зрачок он и в Африке зрачок, он сблюдлился черный. А окружение, да, можно.
Тогда окружение меня, чтобы светлее было и не смывалось. Ну, да, все, чтобы все. Голубенький тоже. Вот. А, да, только одного цвета сейчас. Стремительные калибровки, а нормально. За 50, ими галил и пламя. Пламя можно загнать 1020, галил можно загнать 1060, наверное. Угу. Ну, это такое, почему они называют так... Catalyze, это чтобы, типа, именно полностью сужать зрачки? Эти, ну ладно. Хотя Catalyze это не форма, ну, радужки, это форма зрачка. Похуй. Так, шрамы глянь, чтобы были такие царапины. Сейчас, тут ей тут отдельно просто шрамы, отдельно краска на лице. Шрамы. Так, надо запомнить, у меня средний в нижнем. Это морщины, не шрамы какие-то. Вот так. Подходи, бесплатно угощаю за твои наличные. Ну вот, типа, на... ну типа там у меня уже... Ну это... вот такое, слушай. Да-да-да. Не, это... мне то, мне что-то все же то больше нравится. Вот это. Слышь. Можно фейс... Мне типа этот фейспейнт просто там стоит, как в качестве, как псевдо... Ну, псевдо-шрама. Короче, все, это так и оставляем, все. Это, как говорится, мои личные почтения и все такое. Держи 5, братишка. Ой, класс. Подожди, тут костюм другой покажи. В смысле? А, это костюм, который у меня был, который тебе жизнь скидывал. Тут, а, о, кстати, я только сейчас одно еще забыл посмотреть, блядь. В этой игре можно бесконечно создавать персонажа. Носи зеркало с собой. Вот тут, типа, смотри, тут можно на этом, на... Можно убирать куски. То есть у меня убрано вот это кусок юбки, потому что он как-то, ну, оборванное оно. Тут как-то не очень, лучше без него. Я лучше все остальное убрал, а вот эти обмотки оставил. А? Вот эти обмотки нахах оставил, все остальное вообще убрал. На руках я тоже оставляю. Пусть будут. Поверх. Ну и эти на предплечьях. Не знаю, нормально. Все выглядит как какой-то типа, ну, как видишь, оно как-то все как будто скреплено этим. БДСМ костюм какой-то. Да, 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 да. Я тоже об этом думал. Короче, подожди еще. А, вот еще, сейчас. Вот, а это выглядит в боевой форме будет вот так. О, ты что-то есть, Серёга? Да, ты видишь, там тайник на карте. Я тоже раньше этого не видел. Вот здесь вот. О, ля, реально сундучок. Вот как это выглядит в боевой форме. Типа как я буду в реальности выиграть. Выглядит. Там правда, типа, они добавили возможность вверх убрать, но он прикольно светится. В любом случае. Короче, все. Сейчас я вспомню на манекене управление вообще. Анимация хвоста, конечно, пипец труба. А ну видишь, с этим плащом, блядь, тоже, конечно. Ну я говорю, физика вот предметов на теле, ебать, чисто не хвост, а какая-то... Ремень. Где у меня какие СПВ, во-первых, надо вспомнить, что у меня стоит. Все, короче, ладно, будем считать, что я вспомнил.
я не знаю, приносит ли в новую игру айтемы. Поэтому я сейчас буду продаваться и... Там... Да, переносится, конечно. Ты думаешь? Я не знаю. Везде переносится. Здесь типа, почему нет? А разве в Dark Souls переносится? Я не помню просто. Никогда... Да. Okay, и все, фишка новой игры в Dark Souls именно в том, чтобы переносить себе свой предмет, чтобы ты мог начать игру с, именно с тем, с чем ты хочешь. Нет, это я понимаю. Я именно в том плане, что расходники, я не помню, переносятся. Сами это вещи. Все вообще остается. Все, что у тебя было, все, что ключи, было, то, да, ключи все, точно забирают всякие. Это понятно. Не, ну это понятно. Окей. Ладно, ну что, да я прокачаться могу? Могу. Один. О, оно можно просто переиграть на той же сложности, а смысл, блядь, нахуй он тебе вообще предлагает? Макс! Ты не докричишься. Докричусь! Макс! Давайте все вместе. Макс! 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 Ну давай вместе, три. Макс! Макс! Молодцы, вообще. Работал команде, это ваш конёк. А, ну мне, блин, сейчас обучение будет предлагать на New Game Pass, охуенно. А, оно забрал... А, оно забирает Bloodcadena, что ли, на старте? Нихуя. Кого забирает? Bloodcode. Я, или, типа, твое... Короче, твои скиллы, скиллы, да, скиллы завязаны на коды крови. Типа как ген... ну... Понял, ДНК. Да. И оно их, по-моему, забирает, чтобы ты их опять заново открывать будешь. Так я вроде как... А, это с этим оружием. Окей. Так что мне делать? Бухать. Ты же не понимаешь, что они от меня хотят? Подергай за хвост. Все свои. А можно? А можно пропустить ты ебучее обучение? Нет. That wasn't hard, was it?
что... Там... The disappearance of your blood code has left you. Not only can you change blood codes, but the strength of others can be. Since you are the only, your blood is the only teacher you have. Now, awaken and save the world. Welcome back. Hello. How are you feeling? Чувак, иди вы лучше с главным пообщайся. Что это, Спайка? Don't worry, it's okay. I don't remember either. Over there. Виталь тут? Видимо, нет. Dry, так, нас не догонят. We can go slowly. I am here with you. Виталь, самая интересная часть игры. Смотри. Ближе. Да подожди, сейчас. А, я должен тут выстрелить. Ты понимаешь, что ты так не видишь? На. Вот, так я говорю, самая интересная часть игры. Ого, они еще и анимированы. Ближе, ну и догоняй, ёбаная. Ну, сейчас, мы потом будет возможность на нее тебе посмотреть в полном... Ты пропустил кат-сцену с ней уже. В полном объеме. Виталий, ты сейчас так дышишь? А, сиськи! Не могу ничего с собой поделать. Ты зомби, который не орёт мозги. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. Бля, я уже забыл. Это тян, это необычный тян. О, топчик, можно так оставить? С красными глазами, фу, красными? Светящимися. Ну, нет, это будет случаться иногда по сюжету. Вон старший стоит. Это к нему нужно. Чувак, иди вы лучше с главным пообщайся.
Металл пролили кровь девственности. Я как-то себе это иначе представлял, ну ладно, садись. Но она по-другому не может. Ей нечем. Да ладно. Блин, у нее такое охреневшее выражение лица. Что ты сказал, типа? А ну иди сюда, я тебе покажу, как мне нечем. Камера ниже, ниже, ну ёп, ниже. Озабоченный. Кто? Виталий. Хотя, в принципе, кто в эту игру играет, то чего? Тоже хороший вопрос. О, Виталь, Виталь, контент пошел. Контент? О. Сейчас вставая случайно вот этим вот рогом заденет вот эту пару ниточек, которые держит. A new spring and a fresh source of labor. We really hit the jackpot. Get it. It's time for a bit. А вы чего намешаете комендантский час? И почему без масок? Мамы, это... Пиздом. А главное, держатель для масок уже на них в этот момент, что странно. Так, Виталь, сейчас, стоп, я пытаюсь, я стараюсь. Сейчас, так, блядь, сука, не получилось. Пиздец-то, ёлка нахлогодняя. Подожди, я хочу... А, еще нельзя, окей. Я тебе вряд ли что-то интересное расскажу. Чё они такие? Вот, Паша, что за маски? Он говорит, ты забыл? Да, сука, забыл. День маску. Looks like the folks upstairs want you. Well, they can wait, can't they? More importantly, that mask suits you. Without those things, we revenants will join the ranks of the lost in a flash. So be careful. Актуальная игра, актуальная. Each time we die, we lose some part of our memory, be it big or small. Женщина нереализована в игре. Типа он говорит, что каждый раз, когда мы умираем, мы теряем часть своих воспоминаний. Женщина-то нет, типа, если ты слишком много раз умер во время прохождения, то, допустим, ты забываешь там всех своих компаньонов, получаешь какую-то плохую концовку. Это по голове. Что-что? Что-что? Так, подожди, может это... Как мне открыть, блядь, менюшку? Почему она не открывается? Или ее еще нельзя открыть? А, еще нельзя, мне еще не дали открыть. Это новая игра или еще продолжение? Пока что это еще. Удивительно. Дышим глубже. Дышим глубже. Давай, Макс, начинай сглаживать. Сейчас возьму утюг, буду вылаживать. Ты че, Серега уже соскучился за монолитовцами? Водитовщика резкий. То ли дело покладистые, миленькие монолитовцы. Right. Ой, чужой. Раньше монолитовцы тоже были резкими, просто Серега Just так как-то там славнился. Yeah. А бандиты so еще не усмиренные, Серега, понял? Пока бандиты. Ну, кинь что-нибудь гранат. You know what these are, right? Что их всех замочили? Right? А как мне теперь подойти? Yes, very good. Позитивный пистолет. I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him.
You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. Бля, красиво. Красиво. Красиво мы сделали. Next. Whoa there. You wait here with us. Так. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up. Озвучили всех, кроме главного персонажа. Это было так охуенно. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Да. Она даже типа не говорит ничего. Вот этих пацанов, которые в таблице рейтингов висят, их вообще реально встретить в игре? Да. Надо найти самого первого и оттуда купить. Они все в мертвом городе. Там почти все время у меня все пять первых это эти наемники. И они там в мертвом городе все. И вот если ты будешь защищать мертвый город, то они оттуда пропадут. А если я буду нападать? Из списка пропадут или из локации? Из списка пропадут. То есть когда ты их убьешь. Ну понятно, их место займут другие. Ну? Ты пойдешь и их убьешь. Виталь, как тебе больше нравится? Когда-нибудь ты останешься один. С или без? С. Окей. Не слишком цветастенько? Заебато. Окей. Так, а что у меня по оружию? Виталик. Если б я знал, я бы уши и хвост красный покрасил. Виталик. Но мы сможем перекрасить, когда доберемся до этой, до базы. Виталик. В смысле, блядь? Кнопка Decrease Enemy Difficulty, идите нахуй. Какой Decrease Enemy Difficulty? Виталик. Она может есть вторая? Чё? Чё, блин, тарелочку вниз подложи. Что-то всё не стекали. Хоть ноги помой. Там точно не было кнопочки Decrease? Была, я её не нашёл. Increase. Нет. Вообще ни о чём, что-то 2000 падает. Ну, у меня ж прокачанный персонаж. Обычно, как бы, в НГ+, фишка в том, что, по идее, на НГ+, сильнее боссы, но при этом слабее обычные мобы, потому что в соотношении с твоей собственной силой. И плюс сила в том, что ты не так, ты не усиляешься по ходу игры, потому что у тебя уже оружие прокачанное на максимум. Ну и плюс с нами чел бегает пока что. А мы его не отправили, не можем отправить нахер. Ага. Да. Пойди убей его. Кого? Кого-нибудь бежал. А то ты бегаешь туда-сюда от одного циника к другому. Умираешь где-то периодически. Ну умирать периодически не пойдет. Умирать мы могли только там в начале, в Припяти. А тут он просто сливается как-то. Куда они сюда вот? И тут? Куда у них не пасы? Откуда у них калаши вообще? Уже на все. Ну что, я бы закончил 100 лет на двух, так что бы произошло с тобой. Ничего путевого нет. А почему оно уже открыто? Ладно. И может так здесь работает NG+.
Я где-то там лут проебал уже, я вижу, ну ладно. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Хочу, чтобы у него в глазах сердечки. Сердечки, да. То есть мне это... Подожди, а может это действительно так? Может это дрофл типа сделан? Типа он просто хотел обнимашек. Мичан! Бака! Ну что они там гоняют? That could have gone better. Да, на стриме в маги. Анимешный Dark Souls. Да. Перепроходим. Ну как, типа... Как из... Бля, перчаточки охуенные. You just focus on finding some blood beads. А, в порядке ты будешь, да? Смысл-то Ники уже лутать? Тебе хватает денег на экзоскелет и прокачку? Нет. Блин. Смысл-то Ники лутать, а как же это, ну, жаба? Не простит же. Не все же Димы. Не все же тратят 60 баксов на... Блин. Где твоя жаба была в тот момент, когда ты его покупал, Дима? Я, в принципе, честно говоря, даже скажу, что я не особо жалею. Это была согласованная покупка. Типа, игра-то хорошая. Вот когда, ну, тем не менее. Вот когда я купил за 60 баксов этот, как она называется? Одиссея? Нет, подожди, как она называется? Короче, про космические корабли играю, в которые я поиграл 50 минут и больше никак в нее не заходил. Про космические корабли? Чё? Да. Типа как... Ты покупаешь Стеларис? Какой, блядь, Стеларис? Ща. Я тебе скажу, как называется. Да, а, это же, блядь, Dark Souls, здесь нет паузы, извиняюсь. Ща, подожди. Вот, смотри, они-то мне тоже, блядь, по пол хп за тычку сносят, так что все честно. Вот это норм. Вот это норм. Типа... Но это принцип вообще, принцип всех игр Dark Souls, то есть ты-то убиваешь всех быстро, но тебя-то ебут тоже. Так. Правильно. Игра. Там сейчас моба еще раз вылезет, там же два моба было, ебут. Сейчас. Elite Dangerous. Elite вот. Dangerous. Это грубо говоря, это как если бы космические рейнджеры сделали в наше время. Типа, как я понял. Типа, такое же самое, только ты управляешь своим кораблем, типа, от первого лица. Но также, типа, ты делаешь, что хочешь, там, пираты, космос, все дела. Блин, посмотри, что это такое. Посмотри. Я тебе могу дать, типа, свой стимак, если тебе будет интересно, поиграешь. Ну, сомневаюсь, что это будет лучше. Ну, я не знаю, лучше не лучше, но, скажем так, насколько я понимаю, а в них есть похожее зерно. Бля, Вэллот был в этом тайнике. Как мужик это спрятал, да, так, здесь его никто не достает. Серега прибирает. Блять, нихуя! С одной пули, блять, пол хп снимать, такого не было на до НГ+. Вот теперь я понимаю, блять. Пули обычно совсем чуть-чуть на нахрен носили. Я, блядь, сейчас буду убирать, у меня тебя по КД, блядь. Что, можно дальше увеличивать, ебать. Можно дальше расширять, что? А, уже все. Да, все. Ну, уже максимум. Блять! Что это? Да, блядь, она не попадает! Ты
Короче, первое впечатление, что это как-то несложно уже ушло, мне кажется. У меня, как минимум. Здесь вообще легкая аномалия. Здесь в одну полосу, так вот полукругом идут все столбы, еще парочку с другой стороны, и все. По центру можно ходить спокойно. Да-да-да, нормально. Не могу тут пройти. Ну, возьми, сука, карты, спаси. Давай. Ну, до свидания. Костюм сильно поломал, почекай. Да. На, чуть-чуть. Ну, блин, я просто не понял, почему между аномалиями шел, а меня дамажил. Потому что ты слишком долго живешь вот так. Уж не понимаю, ну ладно. В случае от меня ничего уже не буду, по-моему. Ну, пока что. Не, ну прикольно, что у меня осталась открытым вся карта с первого прохождения. Компаньонов? Я не пусси, блять. Вот та деревня кровосос. Бери, ну. Блять, у меня какой-то звук такой, чувствую, как будто я начинает казаться, что у меня наушники, блять, умирают. С какого-то хуя, хотя это, блять. Ну, чувак, привет. Привет. Согрись. Ку-ку. Ну, он, блять, слепой! Не, ну он, блять, ебанутый. F9, 9, 5, одного не знаю. Девять. А, теперь знаю, да? Всех. А сзади был чувак. Не помню, где здесь можно было. Там на башне, кажется, аномалия была. Не-не-не, я не за то. Тут где-то можно было залезть. Здесь же, не? Не, нет. Не помню где. Виталик, помнишь, где была хата? Вот это что ли хата, в которую можно было залезть наверх? Ну, с виноградниками, да. О. Ага, все. Лево, ого. Что-то есть. Подвали. Ну вы не забывайте запись это. Она вон застряла в этом потолке. О, обалдеть. Вспышка. Тут, естественно, НК плюс только сложность увеличивается или какой-то лут есть? Так
Souls лут есть точно. В Dark Souls, а вот есть и в этом, вот в чем вопрос. Так, только ну немножко. Идите, блять, нахуй со своими, блять, спрыгивающими с потолка хуйнями. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Так, ладно. Надо вспомнить, блять, как в эту игру играть. Блять, сука, что? Костюмы этими чем-нибудь что не клеим, что херишь прям бабки упадут в них. Да, блять, я же отошел. Вон у тебя клей, у тебя оружейник. Так это оружейник клей. Mm. Просто у костюма статы проседают пропорционально его поломке. Нет. Го сейчас. Зачем? Парим. Я тоже хочу заново начать. Гулять. Нормально. Инструменты это за хорошо.
Могли б сразу оружейные детали уже. Зачем оружие там складывать? She's all right. By the way, both of you. All revenants must. Была бы такая кнопочка. Сделать все говняное оружие детально. No exceptions. A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Ту оптику так и не купил, да? Without blood means... Не трогай, блять, она тебя сожрет. О, бля! Once she's settled down, let's get out of here. Че это у тебя такое? Аек? Нахер ты аеком стреляешь на дистанцию? Больше ничего нет сверху? Где пукан? Эль, смотри, смотри. Сейчас, погоди. Ну, катсценка уже заканчивается. Так, 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 что там у нас? Артефакт. На снежинку похож. Компьютер, микрофоний. Мне вот в плане графония, мне он очень нравится, эта игра. Мне в ней нравится все, кроме сюжета. Ух! Давно я ждал этого. Вот он один раз выстрелил и убил меня сразу же. О, Виталий, вот теперь можно в Mountain Blade. Я понял тебя. Охуеть. Просто ты видел, ну, то есть на мне была спайка, на мне была броня, и все, как бы, один выстрел, все, руха. Поэтому, смотри, броня это прикольно, но не панацея. Поэтому именно стиль игры решает много больше, чем броня. Мой говорю, можешь весь всю игру в тряпке побегать. Да. После этого будет тебе стрелять и попадать или нет. Так, я говорю, таким же успехом тебе сзади где-нибудь монолит подкрадет, и все. Да, да. То есть как бы, и вот так, вот ты видел какое там расстояние? Чуваки у меня даже на радаре не светились. Он просто один раз выстрелил, сразу же попал мне, походу, в голову. Причем не пойми с чего, такое ощущение, как будто с обычного оружия. То есть, дробовика. Дробовика. Там в эндгейме, когда пойдешь на монолитовцев, там у многих есть этот гаусс-пушка, она идеально точно. Всегда хорошо убивается. И всегда тебя ваншотает. Поэтому в эндгейме с этой гаусс-пушкой много проблем. Го, Макс, го! This is a memory. Come, let's move. Is this the... Was that? It was a memory carved into that vestige by the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you.
Гребаный ты Дискорд. Че? Обновился, а есть другой, да? Так. Че, компания, да, или что? Да. Компания. Ugly, isn't it? Да, тоже, пожалуй, себе нового создам. Хотя не загружусь сначала в того, посмотрю, какие перки нужнее всего. It trapped everyone and everything inside, giving birth to the society of revenants ruled by Sovereign. Что, наверное, на русском играешь, да? Не-не. The jail of the mists, as time passed, там нет русского, там есть какой-то по-русски, блин, я не могу понять. Ну, слава вроде русские, да? The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth. Ну, я лучше на английском буду играть, чем на таком переводе ракальный. Это не ракальный, это... Ну, машины, да? Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that? You've forgotten? Anything you do remember? That's unusual. Losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. For now, just take it easy. Make yourself at home. Чё, Макс, сразу по хардкору? Я вообще охренел, что это за игра такая. Я, для меня хардкор начался уже в момент. Вот прямо сейчас уже начался. Виталь. Да. Так что ты говорил, перекрасить ушки в красный? Ну, чтобы еще один стрелять. Ну, а типа не сочетается просто с глазами и волосами. Ну, мне синий больше нравится. Нельзя костюм перекрасить синий, а не в красный. Ты видишь, что это плащ нет? Блять. Ну, блин, ладно. Терпи так. Красный его. Ну, вообще не сочетается. Блин, хардкорно, хардкорно. Там, короче, Макс, в настройках указана херня, которая уменьшает входящих в тебя и своих союзников урон. Вот это, короче, не true. Смысл? Ну, по умолчанию на легкой сложности ты получаешь только четверть реального урона, который в тебя прилетает. Ага. А союзники половину. Ничего не понял, ну ладно. Вот летит в тебя стрела, которая должна 40 урона дать, а ты получишь 10. Потому что я в броне. Нет, потому что ты на легкой сложности играешь. Потому что я в броне. Играть в броне — это не легкая сложность, это разумно. Походу какая-то говно случилось, да, с Илюхой. У меня мужик в тумане стоит. Рандомайзер. У него лицо не меняет. В чем суть игры? Захватить все королевство. Если я буду максимально маленький, по мне же будет сложнее попасть, да, получается? Да. Ага. It seems I can restore. А говорят, карлика. It seems like if you find it, it could be. С другой стороны, в этой игре есть такое понятие, как импульс. То есть, если ты будешь больше, у тебя будет размах больше.
И ты, по идее, этот импульс будет больше, ты будешь больше урона наносить. А я буду с лука стрелять. А там похуй. На луке. Не, я буду размахивать луком. Не, я себя с лучком поиграл, что-то такое. В первой части с лучком было вообще изи играть. А тут посложнее, лучше говно стол. Теперь нужно где-то 3 выстрела, чтобы убить чувака. Ну, либо 2 в голову. Ну, или 1, если повезет. Большую часть времени ты будешь, в принципе, в шлеме. Этот, в чем фишка культуры? Какой культуры? Ну, персонажа. Фракции ты имеешь в виду? Да. Там бонусы разные. Виталия стримит, что ли? Никто не стримит. Или Серега еще и Mount Blade я тоже скачал. Почему нет? Потому что у него нет на это времени, надо пока... Я думаю, может метательнее попробовать вместо лука. Потому что я обычно лук люблю. В чем фишка культуры? Ну, метательная, сука, домашняя. Какой культуры? Персонажа. Уже клипы, блядь. Быстро точно. Ну, чтоб тебя не заставлять заходить. Да. Там бонусы разные. Там есть, типа, пианинка, на нем можно играть всеми, там, ну, типа... палочками. Ну как? Никто не стримит. Они называются, ну, типа, разными кнопками на геймпаде. Ха-ха, лол. Весьма крипотно тебе получается, но ладно. Ну, я типа просто рандомно на них нажимаю, но... Ах, кали, талант, талант. Так, а что за перки дают... Редкий разбойник. За рейды больше люто. But could I get a sample of your blue? It won't be much. It'll take a while to get the results. Take it easy in the room back there while you wait. Что значит твой speech? Где ты такой нашел? Ну там под весом, там где вес, ну то есть статура человека большая маленькая, там есть твой speech. А, это, ну, бас, типа, ну, баритон, голос, это хуй знает. Высокий, низкий. Так, высокий или низкий? Ну, там можно выбирать высокий, можно низкий. Кто здесь? Алоха. Кто здесь? Ты здесь один, Дима. И правда. Кривда. Я твоя совесть. Нет, да нет. У тебя совесть. Я наконец-то совесть. Тебя нашла. Наклоняйся. И как сказал классик, туби пизда. Это он сидел, совесть, наклоняйся. Мать, я всю жизнь наклоняюсь. Совесть. Поэтому до сих пор девственник, потому что нельзя наклонить то, чего нет. Действительно, тонко. Но это точно так же работает. Работало бы и про анальную девственность, если бы ему не нравилась дота. Did you go visit Murasame and Coco? Weapons and blood veils are vital. You should. Once you've got that. Мадя. Да. Что ты играешь? Ну, на Steam зайди, узнаешь. Дату свою срай. Нет. Нет. В LoL? Я не играю в WoW. Ладно, подкалывай, игра про вампиров. Игра про вампиров. Он там сосёт деньги. Сумерки. Да, конечно. Ой, ебать, ты его сейчас стримит. Сорян, я не зайду к тебе. Зайди, заходи.
тут контент. Как же Клёша зовут? Оля, по-моему. Я прикинь, всех твичевских позабывал. Ох, время. Склероз. Матиор ТВ. А у меня не до конца был апгрейднуто. Это? Это симулятор играния... Угу. На нежной девочке. Симулятор играния, я все остановил. Вот, смотри. На. Со всех ракурсов. Не. Подожди, под хвостом что там? Что? Текстур. Жопка. Что у нее с ебальцем? У нее с ебальцем, как то, что я люблю с ебальцем, так же не надо. Почему? Тебе же показывают, что будет добавляться. И это ты еще жалуешься на гуру, да? А я уже давно не жалуюсь! Теперь это мне нравится! Все давно прошло, все давно изменилось, я испортился. Я понял, что был неправ. А, это ты типа после этой... В жопу раз или вилкой в глаз, да? Ну только ты выбрал раз, и вилкой в глаз, и в жопу раз. Сел на два стула, да? Типа такой, блядь. Тебе говорят, вилкой в глаз или в жопу раз? Я такой, ладно, я в жопу раз. Только давайте еще вилкой, мне так больше нравится. Не, ты даже наоборот, типа, давай вилкой в глаз, но еще и в жопу мне тоже больше нравится. Просто их там было много, у тебя не хватало отверстий, и ты попросил вилкой еще и в глаз. Бля, я вспомнил один сон, который тебе когда-то снился. Distributing blood beads won't last much longer either. Сон был с отцом? The world needs more blood beads. Only then can we strive for fairness instead of petty favoritism. Уже проходил тыкву. Мадиор. Ты долбоёб. Да! Пизда. Тихо. Так, блядь, куда идти? Я уже никого не помню. Мадиор, ты да, пробку говоришь, ну как? Ну, да. Раньше было лучше. Underground. Я, короче, понял, как ты фармишь эти 5. Вот у тебя 5000 просмотров, да, на канале. Ты просто просишь кого-то зайти. 5000 раз. Да сколько ты уже друзей потерял? В смысле, блядь, пойти под землю? Тут нихуя нет! В смысле, потерял? В смысле, друзей? Здесь же нихуя нет, куда вы меня, блядь, меня наебали? Вот именно. Нихуя друзей нет. А, не, ну в принципе, если через вилку и жопу, то в принципе, наверное, да. Возможно, типа. А помните, раньше был рофл, что я попал в хвост через постель с Виталией? С Виталией рофл или через постель с Виталией? В смысле через постель с Виталией? В смысле рофл? У нас с Виталием потом еще был очень серьезный разговор на эту тему. Ну, он мне плакался, говорил, что, блядь, пришлось. Потому что ты грозил ему постелью. Грозил. Это надо, from the mistle. Это...
Зачем вместе Interwood City? Чё, блядь, нихуя не понимаю. Причем самое забавное в этой всей истории, что типа Мадиор попал через постель, это то, что эти слухи распускал именно Мадиор. Ну типа, чтобы кто-то хотя бы поверил, что он через постель. У него был секс. Так, блядь, куда мне идти? Нет, у него была постель. Так-то обычно на коврике заставляют спать, знаешь. Нихуя не понимаю, ладно. Рядом с кошкой. Ты самый грязный? Ну да. Причем частенько, ну, домашние путают, кого выгонять, кошку или Мадиора. Кошка уже... Не, кошка путает, кто кого выгоняет. Кошка путает, кто кого выгоняет. Ну, они потом со временем начали ладить, знаете как? Просто кошка, ну там холодно, и она поняла, что нужно входить в симбиоз, и она залазит в двор, потому что там, в принципе, просторно. И греется там. Что? Что, блядь, я нихуя не понял? Виталик, какая разница, блин, кем, кто у меня будет там семья? Твои стартовые перки. И кого лучше брать? Порекомендую медицину, лидерство, какое-то из оружия. Или чиновников каких-то. Там прокуроры есть? Прокуроры в семье или судьи есть? Ну, те, кто через постель. Народный депутат. Знакомый. А так мазер. Есть знакомые прокуроры? Нет. Матер, знаешь, как можно понять, вот, вот сейчас просто по психологии проанализировать, почему ты гей? Вот потому как ты поднимаешься этим героем по лестнице. Ты ускоряешься, перепрыгиваешь несколько этих, вместо того, чтобы медленно по каждой ступеньке подниматься, приблизив камеру максимально снизу. Я уже столько раз это видел, что я в автомате столько раз получал пинка. Вот все геи так говорят, что типа я просто устал от женщин. Вот-вот-вот. Что-то ты сегодня в ударе. Жеки не хватает. Да ёбнутый. Для комбо. Не, ну надо, надо новые клипы, короче, делать, знаешь, на этот. А то в следующий раз нечего будет смотреть, с чего ржать. Блин, а как мне самому выбрать или нельзя выбрать самому? Что именно? Ты слушай, ты по части даже не показывал, на что это влияет. Это прогрессно. Что? Ну да, в первой части нужно было заходить на Вики и смотреть, типа, что там выбор дает. Ну и второй Mountain Blade говно, игра скатилась, раньше было лучше. Не, раньше было лучше. Раньше лучок пиздил. Раньше можно было на первом же этом, на первых же, первые же дни захватить крепость самому. That's something. Потому что искусственный интеллект довольно-таки тупой, и он не рашил тебя и не пытался тебя идти убить. Ты просто с лучка или там с арбалета снимаешь лучников, которые там стоят. Ну то есть, если ты нападаешь на лучников, то берешь с собой лук. Если нападаешь на арбалетчиков, то берешь арбалет. И они по тебе стреляют, ты уклоняешься, и потом подбираешь эти же болты или стрелы, и ими же убиваешь тех, кто на стенах стоит. Все, изи. Ну, за час, за два можно захватить даже город. Все зависит от того, как ты стреляешь. Территория up ahead is teeming with the lost. Хотя если в начале игры пойти в... Блять, как что-то город называется? Короче, там типа броня есть, самурайская и меч. Ага. То в принципе в той броне, если тебе в тело попадает на большом расстоянии, то ноль дамага, потому что там большая защита. Порой можно и не уклоняться. Блин, нахера я все дерьмо собираю? Вова, теперь добавили перки в каждую ветку. Перки? Теперь у тебя, когда ты убиваешь кого-то одноручкой, не просто прокачивается одноручка, а потом
В ней еще можно выбирать перки. Типа... Скорее, короче. Ну, только тут надо выбрать, скорее. Ну, ноги. Скорее. А нет, там можно все против. Здесь есть шкала, заполняя которую ты выбираешь один из двух перков. Ну, либо там просто один. Вообще на все, и боевые, и... не боевые. Боевая торговля, да? Например, торговая. У него еще есть ушки. Да. Навык торговли. И либо 5% увеличиваешь стоимость продажи эквипа, либо 5% стоимость продажи, ну, ресурсов. Ты так сказал, у нее еще есть хвостик. Типа, я до этого не заметил. Я думал, это... Я сказал не у нее, я сказал, еще и хвостик. Типа, что не только ушки, а еще и хвостик, что все элементы. Вкачиваться что-то одно или лучше распределить перк? Самое важное, это всегда было в первой части прокачивать изначально это там, силу, железную кожу, ну то есть именно все боевые навыки, а все остальное добирать путник. Теперь этого нет. Теперь этого нет, да? Да. Не, ну почему? Не, нет смысла в игре, понимаешь? У путниками я смотрел, там некоторые разные работы есть, то что там путника назначаешь лекарем, как и раньше. Вот смотри, Вов. Видишь? Я просто не смотрю. Да. Вот вся сетка навыков. И теперь прокачивая, например, кто это у нас такой? А, я понял, типа можно прокачать тоже. По сути, да, но это геморрой. Здесь есть твой фактический навык, например, это полтос, лучка. И... На каком уровне сложности играешь? На максимальном. И вот эта зеленая полоска, это если ты сюда кидаешь перки. Они здесь есть, называются Focus Point. Что ну, значит ты... Enable Death? Enable Death. Death. Логично! И вот, получается, чем больше ты сюда вкинешь перков фокуса, вот эти фокус поинт, тем больше ты будешь множить рейтинга прокачки. Тем быстрее будет качаться этот навык. Ну а так качаются все по мере их использования. Ну я про это и говорю, но... Ты можешь либо в один кинуть фокус, и вот эту зелененькую шкалу сильно вот так вот подвинет справа. Это типа предел, с которым ты можешь прокачать. Я знаю, что здесь во второй части они пофиксили эту херню. Ну как пофиксили, добавили. То, что здесь, если ты торговлей занимаешься, тебе торговля тоже качается. Ну, ты все остальное продвигаешь, там всякая дипломатия, там... То есть тупо как в Скайриме, да. Просто в первой части была херня, что если ты хочешь, например, торговца, ну, путь торговца какой-нибудь проходить, там, чисто не воевать, а вот торговля, там, пусть за тебя воины воюют, то ты все равно засал большой и толстый путь, потому что за торговлю тебе опыта не давали, тебе все равно нужно было сражаться и убивать, либо на рейде, либо так, а здесь не привязки кидывать поинты. Я не знаю, за что мне левел дают. А, левел дают за прокачку вот этих вот поинтов, любого из них, как в Скайриме. Ну, только там наоборот, там левел давал тебе поинт, а тут поинты дают тебе левел. Прикольно, нет, что там здесь... Тоже, там тоже дешевле. Поинты давали левел, просто эти перки его. А, да, прокачка навыков. Правильно, перки. Правильно, да. Просто вот в чем прикол, ты можешь либо в одну вкидываться фокусом, либо видишь вкачивать характеристику, и она всем вот этим троим в этой категории даст небольшой прогрессик. Множителя вот этого рейта. Тут довольно есть на чем поразмыслить. Лучше сделать. Вот я не знаю, во второй части они, наверное, это все равно должны были сохранить. На аренах можно качаться? И турниры всякие тут есть? Есть. И ты по итогам? Я поначалу всегда вот начинал с того, что типа берешь себе там прокачиваешь. What the hell are you doing here? Какое оружие, через которое играешь? None of your business. Oh really? Then tell me this. Наручно, потому что оно везде, во всех городах. Потому что в зависимости от города разные турниры. Да и быту полезно.
The girl belongs to us. Бегал именно там на арене, узнавал ближайший турнир, сразу полетел. That clear? Ну, под турниром и деньги себе зарабатываешь ставками на себя и прокачиваешься. А если победить, то можно на арене просто в тренировочном бою прокачать какой-то из этих. И пока прокачиваешь, там, в принципе, можно левелов 5 было себе спокойно апнуть на халяву за несколько, ну там, за 20-30 минут на арене тренировочной. You know the plan. Там просто опций вроде мало, так что приходилось гриндить. Не, здесь мне нравится, что хранили ту фишку, что если ты с одного конца карты там выстрелишь в другой конец карты и каким-то чудом попадешь к другому чуваку в голову, то прям сразу перманентно получаешь плюс навык. Сложность выстрела, да. Да. И также за все остальное. Если ты что-то такое неэпическое выполняешь, то сразу получаешь плюс. А потом еще по итогам боя тебе дают маленькие бонусы. Как мне на тренировке его от этого... от него защищаться? ПКМом. И при этом определив... повернув мышку в ту сторону, с какой хочешь защищаться. Это очень геморройная теория. Разве? В первой части был автоблок, а во второй части убрали автоблок, и ты вручную должен проверять направление. Я тебе писал тогда в чате. Ну, много вести. То есть они сделали как For Honor? Наверное. Ну, халявы больше нет, короче, надо вертеться прям пиздец. Ну, либо щитом бегать, там просто прикрылся и все. Хотя счетом тоже можно играть, например. Мне тоже нужно прокачивать, потому что у него и стойкости тогда мало, если он прокачан, и у щита. Щит здесь входит в навыки одноручки. И там можно качаться либо в урон одноручки, либо на выбор брать увеличенную защиту щита. Здесь еще таких ключевых отличий, я смотрю, добавили навык металлургии, да? Ну, короче, ковать свое оружие можно. Крафт, короче. Правда. В первой части не было. Плечо мне не бьет. Выбираешь замах, отпускаешь, и он бьет. Тут боевка геморройная. Подожди секунду. Я всю жизнь не постоянно играю. Но чтобы не играл, сразу пиво. Вы говорите про... блядь, идите нахуй. Вы говорите про то, что у меня не та категория? Ну да. Да, я знаю, я опять не менял. А вам не похуй? Нет. Надо же до тебя докопаться. Ну, мне похуй. Дим, не та категория. Дим, ты не в той категории стримишь. Дим, расскажи. Дим. Что у меня? Лайк на тебя кину, ты не в той категории стримишь. Ты нарушаешь правила Твича. Я ебал их в рот. Пидор. А это... Ты пидор, негр. Пидор. Пидор. О, вот это, короче, клип и отправляй. Пидор. Пидорас. Пидорасик, пидорасьё, пидоры. Давай, больше расизма. Пидоры не люди. Пидоры не люди. Пидоры и фемки не люди. Феминистки это пидоры. Вот это, блядь, уже нахуй комбо. Они на тебя агрятся, потому что ты за кошечку играешь. Вот пидоры. Не осуждаю. Поддерживаю. Блять, где модератор Твича? Сейчас, сука, я не напишу. Ты что, беспредел вообще? Вообще, блять, пидоров тут этот. Уважаю. Да и, блядь, твой рот! Я ненавижу этого моба. Я, блядь, его ненавидел тогда, и я ненавижу его все еще сейчас, сука.
Он, блядь, ёбаный хуесос, мразь ебаная. Ну, пидор. Пидорас ёбаный. Говно из жопы. Пизда ты, блядь. Тример фу. Хороший кадр получился. А, блядь, я сейчас для мёртвого сейчас нахуй выебу. Ебать, ну, мёртвого пидора? Феминистка. Мёртвого... демона, короче. Ну блядские собаки, ну и... О, вот и еще и собак. Ну, блядь, в стартовой локации я нахуй Лев Толстой, а потом я хуй простой, блядь. А на деле пидор. На деле я, блядь, я аутист. Сука, а можно поставить рекорд, блядь, сдоху базы канала по количеству сказанного слова пидор? Вов, у тебя все впереди, давай. Не, мы это уже забанили. Откуда инфа? За старые грехи еще. За кабачок? Не, за... Да ты чё, младшеклассниц никто не охраняет. Да? Ну окей. Сука, блядь, ебучий, блядь. А ты смешной. Скажет сейчас модератор Твича, который зайдет сюда. А, блядь, я зашел, он. Блин, реально, что ты думал, что это слово пидор, типа, да? Типа, вот так это расшифровывается, пидор. Типа, если гей, да, гомосексуалист, гомосексуализм, гомосексуал, наверное, как-то разбивается, если не а вот пидор откуда это? Что это значит пидор? Блять, я сейчас загуглю. Это народное искусство. Не, я понимаю, что это скорее всего с зоны пошло, но... Что оно там изначало? Откуда? Ты нихера не как блокируют. Пидор. Если чувак пидор замахивается слева, то ты мышку двигай влево и зажимай половой клуб. Пошел нахуй. А, это ты не мне? И держи. Если он сверху замахивается, мышку вверх поднимай и зажимай правую кнопку. Зашел на Ви. Я ебал это хуйню, блядь! Ну блядь, ебаный нахуй кикбоксер, да сдохни! Пи-дор. Существительное, одушевленное, мужской род. Второе склонение. Тип склонения 1А по классификации АА Залезняка. Корень пидор. Произношение. Тут. Есть озвучка. Да. Так, значение. Вульгарное. Ты же не знаешь. Криминальный жаргон. Гомосексуалист, гомосексуал. Ребята и примеры. Ну, за что я люблю Вики словарь, всегда лучшие примеры. Ребята стоят как пидоры с голыми жопами. Людей срамно, жопы тощие в прыщах и красных пятнах. ЕВ Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона. 1997 год. Что, блядь? Цитата из Национального корпуса русского языка. Смотреть список литературы. Где-то я его видел. Или где-то кого-то я видел. Да, напоминает он мне ушами сексуального маньяка, который творил и убивал малолеток. Я столкнулся с ним на этапе. Я столкнулся с ним на этапе. Он еще был жив. Везли его туда, где из голов делают скворечники. Могли не довести, потому что ебли и потому что ебали и пиздили его даже пидоры. Александр Чернобровкин. Чижик-пыжик. Русский народный блатной хороводный роман. 1998 год. Бля, хуй так. Слушайте, так пидор получается литературное слово.
Да. Слушай, а давай включим Чака Паланика. Как ты на это смотришь? Да, алло. Понял. Отрицательно. С модератором уже сцепился. Сейчас пиздец я буду. Так, а ничего мне не будет. Теперь идут литературную премию. Стримить ты, конечно, не сможешь в своем канале больше, но не важно. А похуй, бля, новый создам, на YouTube уйду, бля, какая разница. На YouTube удобно, не надо будет, блядь, потом перезаливать на этот ебучий YouTube. Оно сразу будет сохраняться. Одни выгоды. Хотя, ну, типа, на YouTube это я буду конкуренцию папе составлять. Главный конкурент, ебать, буду. Вообще, ебать. Пиздец, как же я ненавижу этих, блядь, ебучих кикбоксеров. Показушники. Блядь, ну это невозможно, это моб, блядь. Вот я понял, он меня ебал, блядь, всю жизнь, сколько я играл в эту игру. Еще они в стейс в инвейженах, поэтому, блядь, для меня инвейжен это нечто невозможное. Это уровень невозможности. Ходить инвейжены. И, блядь, это так странно, что они сделали, что падают эти резин экстеншеры, когда ты их уже не можешь взять. Один, блядь. Идер. Блин, ну пока мне очень не нравится. А, он их, блядь, всех сразу поднял. Ох, блядь. Что, да? Это говноед, блядь, полный. Не, ну, блядь, ну ладно, я... А, я... Ну ладно, это я хотел... Я не знал, что всех поднимут. Я забыл какое-то чувство, сука, не играл, блядь, с осени в Dark Souls-образные игры. Я забыл, что значит снова Е, бля, анальное. Как вот, блядь, такое можно забыть? Да, действительно. Сейчас тебе напомнить. А вот уже, блядь, активно напоминают. И теперь ебать. То есть я же, блядь, отпрыгнул. Ебаная скотина, блядь. Ненавижу собак, ненавижу, блядь, их боксеров, ненавижу, блядь, эту ебучую игру, блядь. А потом, ебать, такой, типа, захожу на какой-нибудь канал YouTube челик, и, блин, он говорит, эта игра проще, простая. А потом смотрю, ебать, это чё проходит, блядь, с этим, с компаньоном, ебать, то есть... и такой, я понимаю, а, ну, с компаньоном-то, блядь, да, с компаньоном. Короче, блин, вот, я тебя буду пиздить, всё, я их буду пиздить этими... спецспособностями. Охуенно, а можно в жопу попасть? Что ты еще раз играешь, напомни? Я играю в симулятор анальной ебли. Также известный как Dark Souls-образные игры.
Вот смотри, ты засовываешь руку в задницу боссу, ну, могу, чтобы им сделать бэкстеп. Засовываешь. Тебя ебут, ебут. Все, вот. И все. Великолепно. А, он сейчас всех, всех разбудит, что ли? Лучший в мире заработай. Так, ну в принципе сейчас не важно куда идти, это тогда это сюда был сложный путь. Важно, мне везде будут одинаково ебать, так что что потом. Я не хочу сейчас еще идти сразу к палачнице, блять, сидеть 2 часа сейчас мучиться. Я не знаю, может... Дамочка? Дамочка? Кс-кс-кс. Дама? О, феминистка! Виталь, тут смотри, феминистку нашел. Mm-hmm. Похоже? Сейчас зайду. Хэд, мэн, это староста, да, получается? Это же Бузи позитивщица. А в чем разница-то? Один хрен же. Что, в том же, они понимают жироту как тоже красоту. Ну а феминистки нет? Типа женщина любит такой, как она есть, там все дела. Все женщины одинаковые. Ну, типа секси, там... современные стандарты красоты это сексизм. И прочее, и прочее. Не, феминизм, на первую очередь, начинается по поводу неравных прав. У неравных прав это нормальный феминизм, который, ну, хороший. А плохой феминизм, блядь, если его интересует, это, ну, типа, который ты увидишь в пабличке в интернете. Там неравноправие. Нет, там долбоёбы. Вот. Ну так рофлят-то именно про этих феминисток. Угу. Ну, в принципе-то, как бы, ну, мне кажется, что мы согласиться вполне можем, что женщина должна иметь равные права, правильно? Я не думаю, что мы будем с ним спорить. Как минимум, я с ним не хочу спорить. Ой. Кап-кап. По сравнению, блядь, с кикбоксером, кап-кап это так. Кап-кап. Я, короче, пофиксил проблему, я просто убрал этот плащ, типа, чтобы его было не видно. И уже не режет глаза. Так, а сейчас здесь не активируется ли, блядь? Не активируется, хорошо. Я понял, бэкстеп по тебе сделать нельзя. Ладно. Ладно. Хули нам, бэкстепщикам. Thank you.
Я понял, это игра не для меня. Что ты дерьмочный сейчас? Я набранял чуваков, пошел каких-то чуваков побить. Вот, тебе нужна команда своего воска. Я их прислал туда, в итоге меня окружили, все по одному удару ударили, и я труп. Че, мои чуваки рядом стояли, ничего не делали вообще. Ну, а тебе не сталкер, здесь один в поле не воин совсем. Ну так понятное дело, не, я не за то, за то, что, блин, здесь ни хрена не сделано нормально. То есть, как бы, да, я понимаю, что я чуваков навнял, и им не надо как-то управлять. Но, блин, перед ним противники, они будут просто стоять, потому что я сказал. Ну за дебилизм. Нет, когда противник подходит к ним ближе, они ахаются, даже если ты сказал просто стоять. Чувак, нас 7 чуваков с топорами замочили, а мы были на лошадях. Вот. О-о, смотри, Виталь, тут? Нет, сейчас. Я сейчас просто покажу завагованный момент в игре, который, блядь, так и не пофиксили, нахуй. Смотри. Ну. Вот эта игра воспринимает вот это как стенку. Поэтому оно не рендерит нормальном FPS движение мобов за стеной. А что с ним так? Вот, ты видишь, что они как будто в 3 FPS двигаются, в 5 FPS? Они, вот посмотри, они не нормально, типа, у них не... Но оно снижает, типа, чтобы не засорять, типа, ресурсы. И игра не рендерит нормально то, что за спиной. А, ну, типа, за стеной. А здесь оно не понимает, типа, игра не понимает, что это сетка, что я вижу, что, что оно замедленное. Ну, просто такой момент, типа, они так это не пофиксили. Хотя это не сложно снять это ограничение, должно быть. Вообще, вообще не сложно. Ну, типа, просто, и когда так, ты к этому месту подбегаешь, всегда глаз режет мне. Так сказать. После я как первый студию, я думал, блядь, что типа, что у меня какие-то лаги пошли, что вообще какие-то проблемы. Но я понял, нет, это просто, блядь, игра так криво сделана. Это не принципиально, но просто такой, как бы, момент, что который я явно пофиксить бы им, типа, учитывая, что они выпускают какие-то патчи с багфиксами, там я вижу в Steam сообщения. Но это они так и не пофиксили, хотя это явно пофиксить несложно, просто снять FPS лог с этих мест. Война, блядь. А почему ты, блядь, делаешь кувырок, нахуй, а не вот это вот? Вот это.
ты до конца бежишь? Нет, ты тоже, да, только до сюда. Там стенка была, ой. Ой. Научиться, что... Точнее, не то, что научиться, переучиться снова. То, что здесь бэкстеп, это, ну, под правую жопку надо делать. Принципиально? Да. Я тебе объясню, типа, ну, просто угол какой лучше взять. То есть в этой игре лучше, если ты целишься как бы камерой на, как бы на правую, ну, на правую булку, то он с большей вероятностью у тебя сработает, чем если на левую. Ну, типа, это просто, типа, ну, ориентировка по углу, чтобы, типа, там есть несколько градусов, в которые должен попасть относительно задницы противника, чтобы прошел бэкстеп. Вот. И, ну, я просто об этом, просто говорю. Поднять айтем в скобочках, потерять, блядь, 1000 хп. Пиздец, блядь, с одной пульки нахуй по 1000 хп, ёбаный рот. Чуть не упал. Блять, это делает бэкстеп. Блять, после бэкстепа сейчас упаду, нет. Блин, ну достаточно близок к этому. Я был к этому достаточно близок. Тысяч душ. Бля, это зажжет столько. Ого!
атакуйте. Так, а тут еще один. Одна, точнее. Или одно. Мадемуазелька. Бля, эти ушки так прикольно смотрятся, когда ты делаешь бэкстеп. Они как-то прикольно поворачиваются боком. Относительно камеры. Бля, как же я в первый раз не догадался, типа, эти ушки поставить? Я дурак. А ты видел персонажа, которого себе Жека делал? Эти вены. Там прям вампир, там прям вампир, вампир. Сейчас у меня в стиме должно быть. Ну там не похуй, ну бля, ну как, а персонаж. В этой же. Эта игра вся про персонажей. А где посмотреть скриншоты друзей, блять? Как это? А? Mountain Dew это А? Пизда. В порядке? Нет. Плохо. Хуёво. Плохо. Пидор. Что здесь забанили, что ли? А? Хуйня. Что, еще не забанили, что ли? А зачем банить? Мне как раз уже с Твича звонили, блядь, спрашивали, типа, Вован, серьезно, баните вы, что ли? Это, конечно. Еле отмазал. А, да, да, еле отмазал, честно, я... Что-то так не было. Ёбаные, сука, врот. Как вы ебучим, блять, молотком достаете дальше, чем я в копьём? Мне все время убивало то, что я брал в двуручный хват меч и бил чувака. Не мог по нему попасть. Подхожу чуть ближе, бью на максимальном рендже. И он мне в ответку мечом да, этот достает, думаю, ну, окей. Смысл-то вроде для руки меч. Ну, типа домашний просто одноручный, ну когда ты можешь нормально подойти ударить. Один на один компы идеально дистанции знают, а ты пока привыкнешь, заебешься. Так, а вот и первый настоящий босс, кроме того обучающего. А где мне нужно поставить сейчас? Quick menu. Нет.
ёбаный ты Apex заебал меня включать, блядь, за бездействие. Пидор. О, кстати, я прочитал дальше, чё про пидора. Интересно? Ну, хуярь. Ща-ща-ща. Клопедия, во. Пидор, также пидорас. Русское ругательство, оскорбительное наименование гомосексуалистов геев. Искаженное сокращение от литературного слова педераст. В широком значении часто используется безотносительно к сексуальной ориентации для выражения негативного, ироничного или пренебрежительного отношения к человеку. Потребление. Для уточнения, о каком из двух значений идет речь, иногда в отношении геев употребляется фраза «пидор» в хорошем смысле слова. В отличие от пидора в плохом смысле нехорошего человека. Так, например, в январе 2005 года в прямом эфире телеканала РТВ и радиостанция «Эхо Москвы» передача «Персонально ваш» известный тележурналист Михаил Леонтьев назвал лидеров Грузии и Украины пидорами, уточнив, что в плохом смысле. А в плохом это в каком из них? Типа, пидор это нехороший человек. Это в плохом смысле. В хорошем, пидор это гомосек. Пидоров не любят, я имею в виду. Знаешь, есть анекдот, что... А, Витя пидор, знаешь, да? А что, что он деньги украл у тебя? Да нет, я в хорошем смысле. Господа, если вам интересно, тут как бы аттракцион под названием «Ебля начинается». Я знаю, вы такие аттракционы любите. Вы меня еще раз не забайте, блядь, на свой стрим. Понял, понял. Я могу в Дискорде подрубить. Организовать? По-любому там никакой там нету этой ебли-то на ютубе. Ну там с этими, с боссом. Босс меня. Нахуй не. Так каждый раз вижу. Каждый интересные раз. Факты. Пидор-бомба. От английского «фэг бомб». Укоренившееся название сфотографированной на борту американского авианосца 11 октября 2001 года «бомба с непристойной надписью». Публикация снимков, которая в СМИ вызвала общественный резонанс. «Пидорка» — черная или темно-синяя вязаная шапка, являющаяся неотъемлемым элементом гардероба гопника в осенне-зимний период. «Пидовка» — слово молодежного сленга, обозначающее человека, копирующего внешние признаки какой-либо субкультуры. Блять, я не то сказал! Часто употреблялось по отношению к псевдо-эмо. В жаргоне гомосексуала пидовками называют манерных женоподобных геев. Пидорасить. В армейском жаргоне значит чистить, мыть, приводить в порядок. Это я знаю. P-I-D-O-R. Интернет-мем, нецензурная аббревиатура, неофициальное сокращение для патрульного инспектора дорожного регулирования. Пидор. Московские кинопрокатные компании отказались показывать фильм «Загадочная кожа» с формулировкой «Кино про пидорасов, нашему зрителю не надо». А блять, сука, сейчас. Отражение в культуре. Пидор. Роман Уильяма Дероуза. Вяленый пидор. Роман Александра Шленского. Или Шленского. Эй ты пидор. Песня группы «Красная плеть». Пидоры идут. Песня группы «Чугунный скороход». 7%. Интересно. А, типа, 7%. Песня группы «Мон». Выборы, кандидаты пидоры, песня «Шнура». Пидорас. Песня с альбома «Пираты 21 века» группы «Ленинград». А вы знаете, Сёма, а Рабинович-то пидор? Шо, деньги не отдает? Да не, я в хорошем смысле. Так что... Да, блять, иди нахуй! Блять.
У нее все атаки жопкой. Все через жопу, да? Ты знаешь, типа вот эти, которые любят так жопами так бодаться. Которые тверкают, да? И это тоже. Папа, рейтинг сам себя не ад. Прикинь, я вот это сейчас посмотрел статистику рейтинга, вот у меня... КДА... не, КДА 2.15. Ну, силён. Да, слушай. Я играть, правда, не умею, блядь, но стрелять. Блядь, да как? Да иди нахуй! Я уже там. Хорошо, когда все рядом. Хорошо, когда длинный там можно это время. А здесь таким килить нельзя. Тут у меня в команде чувак с ником Сталкер Лох. В смысле, как оно попало, блядь? Я же далеко стоял, камон. Ну, так и мне казалось, что я уже вышел из него. Ой, хорошо. Кстати, так я буду ползать. Даже на пьюсе тебя с кем копьем попадать. Иногда прям ваншот приходит чуваку в голову. Сейчас только с упасть надо. Ууу, попал. Ай, блядь, что делать, сука? Да, а можно, блядь, повязать? Ой, сука, спасибо. Ай, блять, это... Главное, чтобы после этого близко не наступило, блядь, как это называется? Близко. Да нет, чтобы типа просто... А, Вова, еще отличительная черта, черта Mountain Blade, второго от первого. Здесь прям в игре можно посмотреть дерево развития твоих воинов. Да, не нужно с ними говорить. Нет, я про то, что ты можешь бэкэмать и посмотреть все ветки, во что он может потом папаться. Блять, я отскакиваю в сторону, а это вот нихуя не в сторону.
там, блядь. Да, блядь, да как оно, как... В пизду, блядь. Если она, блядь, в Call of Duty пускает, то, блядь, просто невозможно уклониться. Она, блядь, понял, веном, блядь, сразу. Нахули, блядь. Почему, а почему, блядь? Да почему бы и нет, блядь? Почему бы не сделать вместо простого одинарного замаха хвостиком, блядь, замах хвостиком, блядь, с продолжением, блядь, в виде... А, блядь, да вни в бок, блядь.
Херня, блядь. You awake? You? I remember you. Where's the girl? Answer me! Where did you take her? We're taking custody of the girl. That human belongs to us. We will take her back. Humans aren't property. They have the same right to live that any of us do. Don't give me that noble act. They have no rights. And why shouldn't we feed on them? We're the ones keeping them safe after all. Why were we kicked out of our graves? Who did we die for? Again and again at the Queen's hand. We writhe with this terrible thirst. We live in fear of joining the ranks of the lost. And for whose sake? It's all in the service of humans. If blood is the only price they have to pay, then they have a pretty good deal. That doesn't mean you can just do whatever you want with them. And what about the rights of revenants? Huh? It's not like we're choosing to live this way because it's such a barrel of laughs. That should be enough to get you through a month or so. Whoa, whoa! Hold on a minute! Just make sure that you and I never cross paths again. This is your one and only warning. No way. The Crimson Sword? I guess we'll be rationing for a while. Oh well. What is lost can be found again, huh? I swear I'll end it. The Revenant's suffering must end. Ты не убираешь, типа, что в уша потелит так быстро апнул? Тут по-другому работает, не как в Dark Souls. Тут ты, в принципе, в целом апаешь левел. Оно, в зависимости от того, в какой в тексте стоит bloodcode, апает, вот здесь от этого само выбирает статы, вон там написано. То есть оно кидает там а в силу, а в dexterity. Ну, вот там написано, да, какие, соответственно, насколько много оно в каких кинет. А на bloodcode, который у тебя вот это, вот они, их куча разных. На них завязаны, во-первых, то есть статы, которые ты будешь получать бонусы, то есть статы защиты, и то, насколько много ты веса можешь носить, и спелы. Какие ты можешь спелы использовать. То есть есть спелы, которые общие, а есть спелы, которые индивидуальные для... Я понял, а ты вот эту вот штуку, которую, этот, звезду свою, которую ты качаешь, это откуда она? Ну, ты ее подбираешь где-то? Какую звезду? Ну вот, типа у тебя же как звездная карта, как в этом, типа как в Скуриме. Подожди, ну, вот, вот эта штука, которую ты только что выбрал, показываешь их куча, и от этого здесь... Ты ее где находишь? Я их постоянно в ток. А, ну они в процессе... Ну как бы, я в первое прохождение прошел, поэтому у меня все есть. Типа это NG+. То есть у меня уже все найдено. А смотри, что там написано из частей? Что это значит? Ну, 3, 7 из 11. Вот это что это такое, вверху, справа, вверху? А, это, короче, идет? Сколько... Это gifts, это спелы. Типа тебе... А, ну, когда ты просто ее получаешь,
тебе не все открыты, по-моему, обычно один или... Да, один. А дальше остальные, это, ты должен их покупать тоже за души. То есть, вот смотри, у костра сейчас местного. Вот, acquire inherit gifts. Вот здесь ты их покупаешь. Вот. А, прикольно. И ты, короче, там есть возможность сделать так, чтобы не... Ну, или... в общем, как оно работает? Ты должен скилл... Бля, я сейчас уже даже забыл. Но, короче, ты можешь использовать не только своего, который у тебя выбран. Есть некоторые универсальные, по-моему, это так работает, которые ты можешь использовать с любыми. Вот. Я понял. Таким образом ты комбинируешь. То есть это... А, пассивки, пассивки, пассивки. Пассивки ты можешь использовать на любых классах. Под 4 пассивки у тебя есть и максимум 8 скиллов. А, максимум 8 все-таки, я понял. Да, но типа у меня есть 3 атакующих, из которых один только не наносит почти дэмэджа, но сбивает, типа, ну, стан воет, да, микростан, микростанет. А у ворот 3 бафа, 2 на атаку, 1 на защиту, и это ТПшка просто. Ну, к костру. Прикольно, я был. А из этого, из вооружения, тут только оружие есть и плащ. Это единственное, что влияет на статы из инвентаря. Ну, типа так, вариация на тему Dark Souls, как бы, это в принципе абсолютный клон Dark Souls. Okay, we can trace the flow of the blood beads from here. Just a sec. Give me a moment to finish this, then we can head out. Our destination is this way. This should get us there. We set? All right then. I know you're there. What are you? Stay back! I'm the one who decides how I live! I won't listen to you anymore! That's fine. Just put down the knife. I'm sick and tired of it! Day after day, having my blood sucked by every passing revenant! I'm not an animal! You're right. And we can help you. I know someone who can take you to one of the government shelters for humans. If you ask, they'll take you in and you'll be able to live in safety. What? You won't have to spend your days living in fear of revenants anymore. Although you will be asked to donate blood. It's a trick. Do you really think I'm going to fall for that? Revenants were the same. Sorry about earlier. Thanks.
Kevin was a boy who had been enslaved. Merciless rapists. Знаете что, ребятушки, я, наверное, пойду спать. Так что... Тоже скоро надо будет спокойный. Спокойный. Да, давайте. До завтра.